Теперь у нас появились угли. Давай посмотрим. Вот. Достаточно много углей. Угли мы все туда спихнем, давайте. Тот край. Пусть они там будут. Очень много жара дает печь. У меня там в печке была полочка старой. В этой полочке нету. Ведь придется положить прямо на угли. Но другого варианта я не вижу. Вот наша рыба зашипела. Какой-то процесс чего-то начался, видимо. Закрываем. Ну и ждем, потом перевернем через энное время, наверное. Хотя можно не переворачивать. Так, теперь вторую сторону переворачиваем. Эти не барбекюшки бы эту руку полосистутала. Только у меня хайба. Так как у нас температура очень большая, готовим очень быстро. То есть мы ее разделывали быстро и готовим тоже очень быстро. Буквально несколько минут. Рыба сама по себе, как знаете, довольно нежный продукт. Так, прошло буквально минут. Сколько минут прошло? 5, да? 5 минут прошло. Ребята. Как говорится, с пылу с жару вытащили мы нашу рыбу. Вот. Проверять, думаю, будем позже, да? Угу. Как я приду с улицы. Я пошел рыбачить наружу, искать сига. Пускай она потихоньку остывает под печкой. В таком вот духе. Так, друзья. Пришло время ужина. И мы сейчас с Моисеем будем смотреть, что у нас сегодня на ужин. Сегодня на ужин у нас вот такая чудесная рыба. Фольге. Посмотрим, насколько рыба сначала приготовилась. Может, она вообще не приготовилась. Тут такая черная рыба не могла не приготовиться. Айси. Говорят, хороший цвет. Хороший признак, да? И говорит, это хороший признак. Признак сварения была. Да, это признак того, что рыба сварилась. Вообще красота. Мне нравится. Мне уже это начинает нравиться. Теперь я, друзья, буду, наверное, чаще возить с собой фольгу. Но я придумаю способ, чтобы его перевозить, и она не билась, фольга. Потому что если бьется, то начинает уже как-то неправильно открываться. Ну что, смотрим, да? Открываем. Давай. Давай вот здесь поставим. На рыболовный ящик. Думаю, всем будет интересно тоже посмотреть. Давай покажем. Вот так вот получилось. Думаю, что довольно аппетитно.
Кто пробу снимать будет первый? Давай я сниму пробу. Кто хочет рискнуть? Не боится рискнуть. Доверим это Моисею. Что за кружка? Точно, да? Угу. Попробуем сейчас мы. Вообще барит ветеринар. Угу. О, вообще нормально сварилось, верно? Угу. Четко, классно. Четко, да? Угу. Прям в соку, да? Сочно. Сочно. Ну, кожа вообще отгорела, да? Кожа очень хорошо открывается. И вот так. Угу. Там место есть, да? Есть. Ну все, ребята, надеюсь, вы все поняли, мы разговаривали по-якутски. Новый рецепт блюда придумали только что, смотрите, приготовление щуки. Опа, все, без лишнего, грязи, без шума, без гамма. Поели. И главное, очень вкусно. Очень вкусно вообще получилось. Вообще супер. Ну, по-моему, дёрых тут, да? Ну. Да. Довольно хорошее блюдо. Есть что-то здесь. Ага. Давай, давай. А это щукин сын. Да? Ага. Ага. Надо тихненько это было. По идее, кюшка тогда, да? Просто какой-то тык и все. Ну так у него зубы-то острые, ему тык просто надо сделать и все. Ну тык. Ему много-то движений-то не надо там особо делать. Хороший сын. Ну... Что осталось? Что там? Что там? Мормышки еще остались? Нет, да? Что осталось тут? На, выбери отсюда какой-нибудь. Мышек дофига. Рыбка-то она хоть. Ну, леска твердая, да? Ну, еще твердая. Я вот третий раз откусил. И на третий раз. Не, это явно об зубы. Я подумал, ленок идет, блин. Чик-чик делал. Он как раз пык, и все. Боже, там моя мормышка же еще. Угу. Мамочки. Надо блесной ее выловить. Ты вылови ее блесной. Сейчас, накажем. Может, блесну выловишь. Так, сейчас поблесню-ка. Мормышку выловишь.
поблесню сейчас. Попробую его. У нас немало мормышек ушло. Ну, а вдруг у него там... зубов. Пирсинги, да? Хищника. Где ты? Есть поклёпка? Давай, 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 пускай. Как хорошо возьмет, сразу подсекай его. Ну, тут... Угу, вот, видишь? А мне поклевалыч. Как так-то? Не знаю, но ты смотри там, он каким-то карой. А, вот, блесна-то вообще красиво видно. О, вот, щука, щука. Вот он. Плыл, увидел его. Нормальная щука. Большая нет хоть. Есть. Так не делай его, маленько опускай, если сильно дергает, то порвет. Леска же все-таки, не плетенка. Опа. Угу. Удочку не бросай, лучше в руках держи. Одной рукой вот. Вот так, ага. Всегда так делай. Хочет, не хочет, сбоку взял как-то, поэтому не хочет. А, ничего, войдет потихоньку. Главное устать ему дать. Сейчас он подергается, подрыгается. Потом вообще как миленький зайдет. Угу. Без мором его взять. Не, во рту не видать ничего? Нету. У него во рту. О, покажи вам на камеру-то. Хороший. Во рту ничего нету, говорит. Значит, это не наш бандит. Другой бандит. Другой. О. Ну, а нам, ребят, другая рыба нужна. Ждем поклевку. Хорошую поклевку ждем. О, случайно был ламба. Да, тут беда нерв ламба. Есть. Поклевка есть, да? Есть. Только что была поклевка. Вот. Ты зря поднял, это щука, по-моему, была. Да. Я же вот только что вытащил. Ух. Ага, есть, стой. Вот это вытащит. Утаскивай эту штуку свою. Клинок идет. Красавчик. Сик. О, сикте. Оба-на, ребята, вечерний сик. Сик пришел. Вот как раз 6. Во, наконец-то я взял сига. Муа, красава. Во, какой красавчик вообще. Даю, спасибо. Отличный сик. Опло, а? Вообще хороший, давай быстрее, там вторая пара есть. Ну, я вот уже. Кину. Кину, угу. Давай. Сейчас второй возьмет. Давай. Он один не бывает. Возьми. Давай. Спасибо. Хорновая бабка все это. Давай. Наконец-то сига взял. Наконец-то сига. Ну не такой, как у вас, конечно. Но все же это сиг. Какой бы он ни был. Сиг. Чай, да. Чай. У меня спину рухнет. Ой, блин, ура, я хуй. Итак, друзья, сегодня мы будем пить сахачай. Иван чай с таким вот лаконичным названием. Сахачай Иван чай. Вот способ заваривания, все остальное. Данная продукция также есть на сайте клевая рыбалка.рф. Можете проходить, заказывать.
готовые заказы приветствуются. Вот такой вот в пакетиках он фасованный. Цены наши, якутские. На. Передаю чай. Способ, посмотри-ка. Посмотри, способ обязательно изучи. Никогда не заваривайте чай, не изучи способ. Да. Друзья. Моисей правильно делает. Сначала изучает способ. Вдруг он какой-то. Причудливый. Может, что-то надо, да? Да, вдруг там что-то понадобится, чтобы его заварить. Но для нашего пахачая особо ничего не надо, только вода нужна. Такой простой способ. Итак, друзья, сегодня у нас вечерний ужин прощальный. Завтра мы уже будем ужинать дома. И у нас сегодня на наш праздничный вечерний ужин макароны по-рыбацки. Моисей придумал новое название макарон блюдам. Макароны по-рыбацки. Готовил я. Итак, мы достали все остатки нашей былой роскоши. Колбасочка. Хлеб. И наши макароны. Кстати, они, наверное, уже там приготовились. Опа! Поставим их прямо на стол. На доску. Доску сюда подвинем поближе к нам. Это все закрываем. Ложим по местам. Будем пить сахачай. И кушать вечерний праздничный ужин. Свечу достать, нет? Свечу достать. Ладно. Шутки шутками. Ну, приятного аппетита. Мы, пожалуй, начнем. Как говорится, в большой семье. Вот наступило утро. С утра мы начинаем сборы. Ну, в смысле, какие сборы? Сборы, чтобы днем поехать. Но прежде чем собраться, я буду выловить первого сига. С самого утра начинаю. Не сорвись, пожалуйста. Ну так, Богорец. Я там Богорец.
Турдун, турдун. Хаягада хаяда ола. Түрчөгүн тонкун жолсун. Стой, стой, стой. У меня все, все вот это. Лумба-то. Держу. Померяй. А у меня лумба. О, вот это ясь. Ясь, келли, да? Вот это ясь. На, поздравляю. О, стоп. Спасибо. О, такой рыбы впервые. Ясь. В моей жизни. Ясь твоей мечты. Ясь, ясь. На кармарчиках они. Лунка, вот рыба. Лунку кое-как просунули. Вот сейчас сидели, обсуждали, как бы лунку расширить. Ага. Ну, такого деликатесного яйца, конечно. Надо забирать, чтобы запечь. Покажи вон на камеру поближе. Вот это яйца поймал с утра. Сколько времени сейчас? Сейчас почти 7:30. 7:20. О, да. Я уже думал. Хороший сидит. Посмотрел, там такая башка. Уже обрадовался, думал, о, ничего себе, повезло. А нет. Есть. Вот сидели, как раз обсуждали, вот сейчас какую бы палку засунуть, чтобы воду налить, чтобы дополнительное расширение надала, чтобы горячая вода, чтобы там поглубже вот дальше прошла. Сидели мы, как раз обсуждали, да? На тебе. Поклевка. Так, на обед будем икру жарить. Поставим ее где-нибудь тут. Пусть пока отогревается. Целую сковороду икры пожарим. Вот это будет блюдо, так блюдо. Так. А это пока мы выкинем посуду. Вот эту. Пускай тут делает две макароны. Ага. Пещера Урала. Идем на пещера Урала. Оп, есть, 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 ребята. Ага. Вот опять топ, борды. Что ты все время срывается-то у тебя? Мне крючок большой поменять надо. Тут. Видно. Тут кто-то есть, не можем поймать. Второй раз уже Моисей упускает. Сейчас мы это исправим. И что, вялая такая, да? Угу. Вот, плывёт. О, шмамбарт. Вообще дядя вот. Есть, 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 есть. Забирай свою штуку. Забрал, забрал. Забрял. Смотри, он как полудохлый выходит. О, блядь. Какой-то плохая была щука, она тут нам мешала, хотела наши эти взять, поймать мормышки, но мы ее быстро успокоили.
Но мамны грибетер уже когда бетер. Есть. Оба. Кажись он, кажись он. Посмотрим кто. Он, это он так дергается обычно. Сейчас войдет. Голова не помещается. Сейчас выбьемся. Все выбьется. Наш хорошо повыбился из сил. Вот. Кто сегодня чемпион? Вот он. С утра его ждал. Долго жду. Красавчик. Вот он. Вот такой вот. Красавец просто. Ну что, сразу настроение поднялось. Вот. После такого красавца. Неси кого-то сделай. Щука пить. Ну, молодец, хоть врага устранил нашего. Это старый это. Это дырем это говорит, да? То он играл по второй. Видите. Сейчас поглушить. Вот и бери. Барыта, красавчик вышел. Поздравляю. Крайний день. У меня оставалось буквально полчаса. Вообще красота. Красота. Он один был, да, или два еще? Вот один дернул, я взял. Спасибо Байнаю. За такой подарок. Да, подарок судьбы. Ну, я ждал его. Ну, давай сюда. Ждал его. Ковр. Кто ты? Что-то есть, я тоже взял. Красавчик взял. Тихо. Кто это? Кто такой, да? Фу, щука. Хоть ушла. Хоть сама ушла. Это да. Пошли сюда. Ага, есть. Тихо. Кто это? Щука. Взял, да? Взяла щука. Взяла. Тай. Ты уточку свою вытащи, я сейчас тебя зацеплю. Я уже вытащил. Что-то подозрительная какая-то щука, слушай. Походу, не щука, да. Это та щука, которая вчера тут хулиганила. Его надо наказать же. Ну подожди, сначала ее надо выловить.
Ой, ох, оба-на. Вот это да. Рыбалка играет. Вообще здоровая. Не маленькая щука-то. Хорошая. Чё так далеко ушла-то? Нет, а. Не та. Это не та щука. Стоять бояться. Стоять. Рыба рыба. А? Толстами рюмки. Нет. Успокоитесь, хороший. Нормально, давай еще. О, хорош. Дядя, не хуй. Марнышку, да? Бля. Вообще здоровый, не? Ничего себе. Хороший дядя попался. Где там мормышка-то моя бедная? Да такую маленькую мормышку вот. Вот этот вот. Дядя. Ну килограмм, знаешь, так 6-то есть, наверное. Явно. Шестерик-то походу есть. Не, и так. Ровно 5. 5 на КГ ошибся. Чего? Сегодня у нас икорочка щучья. Вот. Такая икра будет на обед. Хлебом или без хлеба будем есть. Можно, чтобы больше влезло, без хлеба поесть. Да, с хлебом все не влезет. Выбрасывать жалко. Икру без хлеба поедим, значит.